Хигураши Нанако Курани, 170-й эпизод. Охайо гозаймасу, Томитаке ни. Сочоу ни сумимасен. Ямайну ни угоки га аримашита ноде, горенраку шимасу. Цуи сакеходо, ямайну но зентайн ни хижоу шоушу га какерараました. Моктеки ва фумэй десу. Соу деска, угоки га аримашита ка? Ответил Томитаке, надевав очки после того, как нашарил выключатель на стене у самой кровати. まだ裏付けが取れませんが、女王感染者であるフルデリカの死体が発見されたというのです。え、詳しい話を。収容されていた身元不明死体の身元がフルデリカだったというものです。死後48時間を経過しているとか。 緊急マニュアル第34号の発令基準を超えた事態ですが、現在のところ雛見沢地区は平穏が保たれているとのことです。そちらでは何か情報が入っていませんか？いえ、私は沖宮にいますのでわかりませんが、それはありえないでしょう。多分女王感染者の死亡は何かの誤報だと思います。こちらも誤報を疑っていますが、分析では情報の精度は極めて高く、未確認ですが、 Но Сойши же работал, должен догадаться. Томитаке сообразил. Точно, в полицейском участке Окинами действует Ойши-сан. Тут. Понятно, все придумали Рик и Чан с друзьями. Тогда если успокоиться и пораскинуть мозгами, все ясно. Значит, знание сути врага не изменит того, что руководство запал бомбы. Вот почему они придумали обезвредить запал. Руководство опирается на результаты исследования, по которым в течение 48 часов после гибели королевы у всей деревни, если этому не помешать, болезнь перейдет в последнюю стадию. Но если окажется, что за двое суток с деревней ничего не случилось, всякая надобность в руководстве отпадает. И то, что Ямайну из-за этого срочно созвали в полном составе... Что-то он вообще другое сказал. Хочу перепроверить. Какое-то подтверждение хотел. Ну ладно, пофиг. どうやら現状を考えると、医療機関に不穏な動きがないと断言することは難しいようです。一斉に医療機関を緊急査察されるよう進言をお願いします。また最悪の事態に備え、番犬部隊への予備命令を進言します。 了解しました。 9時になればもっとまとまった連絡が入ってくると思います。山犬増犯となればそちらも危険です。十分ご注意を。もちろん用心してます。では次の定期連絡は9時。 6時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 6
題なし。ウグイス3。室内は無音。Ну да, это сменил, это где его нет. Наверное, ручки на Миратаметаке висел знак для гостиничной обслуги, просьба не беспокоить. Он, видимо, поздно лег, собравшись спать до обеда. В смысле, до обеда, сейчас же 6, там 7 часов. Типа, лол, тем лучше для них. Икасте турайру. Санса на ода дозу. Хачберу. Замком... От номера они постарались разобраться как можно тише. Видно, взломать гостиничный номер. Замок им ничего не стоило. Двое бойцов показали друг другу знаками «пора заходить». Зная, что цель спит, глупо врываться с грохотом и топотом ног. Не дыша, они плавно, аккуратно приотворили дверь. Номер чистенький, но скучный, отдававший самый что ни есть дешевой гостиницей. Всего убранство, кровать да стол, сошедший бы разве что для письма. Ну и телевизор требовал... Вовши монеток для работы. В такой комнате только спать. Тамитаки, спавшего в кровати глубоким сном, там не нашлось. В такую рань не мудрено застать человека спящим, а тут никого. Томитаке нива ячо сацуэ то сансаку но шуми га аримашта. Масака соучоу кара докока э декакете иру но дева. Я, чигау.
На двери висела табличка «Просьба не беспокоить». Пока она висит, гостиничная обслуга не зайдет номер и не узнает, пустует ли он. Возможно, знак висит еще со вчерашнего дня. Гостиница все равно, пока не кончился срок пользования комнатой. Значит, возможно, что со вчерашнего дня в номер никто не заглядывал. Вам вафли. Аканоги понял, что их полностью обыграли. Единственная опора руководства 48 часов подломилась, и под вопросом сама возможность провести операцию конец. Майорша от волнения чересчур торопится проверять обстановку. Если Тамитаки скрывается из-за подозрения к нему, то уж суматоха сделает их уверенностью. Ну-ка, думай спокойно. Он тайно нас проверяет, уйти далеко не мог. Проверкой, скорее всего, занимается в Токио. А он ждет доклада оттуда. Должно быть другой гостинице. В какой-то из окинамийских гостиниц. Аканоги почти не сомневался, что угадал. Но если угадал, тогда их уже подозревают. Значит, операция провалена до начала. Но мат пока еще не поставлен. Если получится, что подтвердить... Если получится подтвердить, что тело в экономическом участке не принадлежит Р, все можно переиграть. Захватить Тамитаки и узнать, чей же труп в полицейском участке. Всего-то. Не тороплю. На часах 6 с лишним. Уже расцвело, но цикадам пить еще рано. Первую волну Перл-Харбора протянули. Что? Вопрос теперь о том, как мы скоро оправимся. Только бы наша принцесса не закатила истерики. Он посмотрел на часы, а Аканоги беспокоили уже такие мелочи, как то, что времени осталось меньше 3 часов, и с каждым сдвигом секунды стрелки его беспокойства нарастало. Если сторожевых псов готовят к вылету, мятеж института Ири расценивают как вполне вероятный. Низы, скорее всего, почти не сомневаются, однако высадить сторожевых псов на подавление нелегко, пусть и не так трудно, как добиться исполнения руководства на случай ЧП. Отдавая приказ, они признают, что не доглядели, а просто волосились где-то. Те, кто могут или хотят разрешить дело мирно, должны стараться спустить дело на тормозах. Приказ отряду сторожевых псов ожидать боевой готовности в отсутствие поставленной задачи. Остановка в шаге от обрыва. Однако звонок главы отдела проверок начальнику штаба говорит о немалой угрозе. Короче говоря, возможность задействовать сторожевых псов начали согласовывать с верхушкой сил самообороны, а то и с кем-то повыше. Люди в форме полны готовностью к действию, но люди в костюмах предпочитают улаживать дела миром. А пока они еще колеблются. Мы еще не побеждены. Победа или ничья, все решится за одним и тем же столом.
Тогда выход на связь 9 часов обещает нам угодить в полную жопу. Чего так, не знаю, но говорит, чуйка херово будет. Чуйка командира и тех невиданных Ямайну. Небось, Токио повторно расспросит Амитаки насчет обстановки здесь, чтобы принять окончательное решение. Возможно, с ним будет говорить начальник отдела. А в худшем случае не исключено, что и начальник штаба сама, собственно, личная. Тогда сразу же, как закончится разговор, сторожевым сам прикажет выдвигаться, и мы разгромлены. Пока и Токио сомневается. Кто-то хочет думать, что тут какая-нибудь ошибка. Если Тамитаки не ответит, они могут выслать человека, чтобы узнать, что с ним. Но сторожевых псов не испустят. Тогда еще можно свести к ничьей. А если удастся узнать, что тело в Окинамидском участке вовсе не Р, тут еще и победить можно, пускай придется сильно попотеть. И все же, полной победы уже не достичь. Вряд ли заказчики нашей принцессы заказывали что-то, кроме полной победы. Признавать неохота, но вражеский удар на упреждение свою задачу полностью выполнил. Тайчо! Что еще?連中はまだ確信してない。疑っちゃいるが、バレちゃいない。まだギリギリ大丈夫なんだ。とにかく先に情報を得た方が勝つ。連中が尻尾を掴むか、俺たちが尻尾を掴むか。確かに初戦の奇襲で徹底的にやられたが、まだ全滅じゃない。だから白旗を上げるんじゃねえ。 とにかく待つんだ。カラスが富田家の潜伏先を暴く。警察の協力員がRの死亡の真偽を暴く。とにかく今は待つんだ。耐えるんだ。失礼します。高野三佐からです。相当ご立腹の様子です。くそ。伏してチャンスを待とうって時、俺はお姫様のお守りか。あ、 もしもし。お、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 
Такана безуспешно пытался успокоить смехом. Ой, Такана. Аканоги. Короче, да. Секундная стрелка продолжала отсчитывать время. Чье ж торжество оно приближает? Видно, денек будет длинный. Подсказывала командиру Ямайну чутье. Да, реально, понеслась. Уцкарисан дес. Иману ва дарекара деска? Кунду ва учи но ханатаре шочо джавай. Дандан то тегуаку натте кита зуй. Дага, ваши но теги джа най на. Джиму я фузе га гиджуц я ни катеру то умотта га. Шикаши, шочо га кьо 所長が今日所長会のゴルフでよかったわい直接来られたらちっと面倒だったぞ<笑>ゴルフ場から電話とは仕事してんだかしてないんだか大高君に所長と一緒に乗り込みたかったろうに今頃悔し間接攻撃でダメなら次は直接攻撃ですかね乗り込んできますか大高のやつ Ночь уже совсем уступила место утру. Застрекотали цикады. Если забыть обо всем, по их стрекоту можно решить, будто и сегодня пройдет самый обычный день. Однако день впереди необычный. Впереди необычное воскресенье. Ойши со своими товарищами уже осознали, что вот-вот поймают за хвост чудовищный заговор. 大高君の勝負だと、多分堂々と胸を張って正面からやってくるでしょう。Просто не пускать。自分だけが正義だと思ってるやつにありがちっすね。わしはここで電話を耐える。お前らはそいつを頼むぞ。よし、お出迎えで行きましょうかね。クマちゃんはここを頼みます。
Вестибюля кимномийского участка полиции ничем не отличался от прочих. В нем отнюдь не хотелось вздохнуть свободно, запеть от радости. Кое-какие плитки на полу имели трещины, сколы. И так, как об них иногда спотыкались, то их укрывали картонки с предупреждающей подписью маркером. Еще и полностью высохшие растения в горшках. Да уж, до приветливого зала хорошая гостиница далеко. В отличие от больницы банков, к стойке полицейской приемной не устраивались с раннего утра очереди. Однако, несколько человек все же сидело на диванах, ожидая открытия. До него уж немного. За стойкой скучал ли несколько работников, ожидая звонка, которым объявлялось начало работы. И мне тут со всякими говнюками толкаться. Вот был бы он девкой, у которой есть что помять, другое дело. Ладно. Ой, что с его товарищами досталась важная роль. И сейчас откроется, что Фура Дорика умерла не взаправду, тут операция «Я» и накроется медным тазом. Потрясение у врага можно вызвать лишь пока смерть Фура Дорики не опровергнута. Чем дольше правда остается неизвестной, тем больше времени у Томитаки на то, чтобы улучшить врага. Если обман раскроется раньше, враг тут же оправится. Руководство на случай ЧП восстановит утраченное доверие. И пусть бы враг даже пересмотрел сроки проведения своей операции, в конце концов он вернется, учтя недочеты. Сейчас Фура Дорика чудом предвидела заговор, но именно что чудом, вроде божественного ветра. Чудо дважды спасало Японию от монголов, однако во Второй мировой ожидаемого урагана так и не случилось. Улыбка богини чудес не вечна. Она не улыбается тем, кто упускает единственную возможность, а следовательно, другой не будет. Если сейчас не побить врага, победе можно и не мечтать. Можно серьезно расстроить неприятельские порядки, но ничья в конечном счете приведет к их победе. Мы должны любой ценой вывести врага на чистую воду, чтобы Томитаки позвал отряд подавления для разгрома вражеского войска. И потому придется лично остановить их передовые силы. Ответственность, лежащая на мне, огромна. Ведь если вражеский замысел осуществится, то Хинамицава сгинет под видом газовой катастрофы, убьют всех ее жителей, 2000 с лишним. Как бы они ни повернули, как бы она ни повернулась, едва ли дьявол предадут огласке. Но сейчас я должен собственной грудью закрыть других. По идее, я нарушаю служебный долг, но сейчас надо поступать так, как велит дух детектива, по совести, а не по уставу. Да, ведь именно этому меня в тот день кулаками научил старикан. Двери на фотоэлементах разъехались в стороны, и через порог переступил человек, несмотря на зной, одетый в строгий костюм. С ним двое помощничков. Все тот же любитель кичиться властью. Йо! Охайо гозаймас, Отака-кун! これはこれは。おはようございます、大石さん。それから私のことはくんと呼ばないでください。もうあなたにくんで呼ばれるような立場ではありません。まあまあ、そんなこと言わずに、大高くん。くん。同じ宅で麻雀を打ってよしみじゃないですか？О, только едва заметно поморщился. Было время, он хвастался своей игрой, а Ойши разгромил его в пух и прах на глазах у целой толпы, уязвив самолюбие. Анатото юккури кюкоу ататаметай токоро десу га. Кёу ва исоги но ёжи га аримасу ноде, шицурэ сасете итадакимас. Хм-хм-хм. Ма-ма, со юазу ни. Корю кендо тайкай де шоужо но хикко итаку васуре чиматта то. Анта га ваташи ни накисуйте китан де, こっそりステージ裏で書いてあげたから無事表彰式ができたんじゃないの。オッケー、オイシティブ просто трэш-толком пытается его отвлечь, видимо. その件については感謝していますが、今は関係ないことです。ありゃ、感謝してくれてましたの？な、そりゃ失礼。そういう話はとんと聞いたことがなかったもので。県警では、私が書きたいとわがまま言ったから、引っ越し委託を断って、
わざわざ書かせてやったんだって話で通ってましたよ。症状の字があまりにうまくないので、どういうことなんだと本部長に聞かれて以来のあなたの言い訳のはずですが。さあ、どうなんでしょうね。誰かが誤解してるんじゃないですか。私はそんなこと言ってませんよ。はははは。県警本部はあなたの島だろうが、あいにくここは沖ノ宮署でね、あんたの思い通りにはそうそうならんってこってす。ほう、それはどういう意味ですか、大石さん。あんたがここへ何しに来たかは知らんが、あんたの島は小倉だ。沖ノ宮じゃない。おとなしく引き上げてもらいましょう。何の権限があってだね。そちらこそ何の権限があってですかな。県警本部で現在捜査中のある秘匿捜査事件についてだ。その件に関連があると思われる身元不明死体がこちらにあると聞いてね。なら電話でお問い合わせを。なるほど。どうやら鑑識課の連中とつるんでいるようですね。署長から検視報告をすべて県警本部に引き渡すよう命令が来ているはずです。その件については鑑識から署長に説明が入っているはずです。まだ検視中でね。ちょいとうちのミスで身元が特定されたような情報が内部に流れちまったようですが、あ、ですので報告書を出すにはちょいとお時間をいただかないとならないわけです。なら、その検視に我々も立ち会わせてもらおう。嫌です。はあ、私は県警本部の秘匿事件担当として。それが本当なら。した私はあんたの刑事魂を疑わない。刑事魂は高潔だ。そりゃお給料がもらえなかったらこんな商売誰だってやりゃしないです。ですがね、それだけじゃ測れない魂がなきゃ刑事は務められないんです。あんたにその魂があるってんだな。私は он несет? Ну ладно, видимо, просто несет, лишь бы нести. Заходишь и полыхал свирепый огонь. Он только посмотрел на него и ощутил, как внутри оживают ужасные воспоминания. Он не хотел выдавать страха, но не держался от того, чтобы непроизвольно заглотнуть слюну. Сука, юзит ты мурай машу. Обашему кейджи дамаши де поко не ктеймас. Сука, дойте кудасай. Нара. Ваташи о сону кейджи дамаши де оште докаште минасай. Коре. Нандесте? Анта но кейджи дамаши нара. Ваташи но кейджи дамаши не маке най край ни омой моно нара. Ваташи нанка кантан ни докасе чау хазу десу ё, Коре.試してみなさい。Оиш явно не собирался уступать дорогу. Да как он смеет, растерянно подумал Отака. Он один из лучших полицейских префектурного штаба. Чтобы тебе доверяли, нужны лишь образование и хороший послужной список. Всю свою службу он верил в это. А эта скотина Оиша чихал на них и не проявляет к нему ни малейшего уважения. Обычный невежий с гордыней, не признающий тех, кто выше его, самоутверждающийся за счет насилия и не заслуживающий ничего, кроме презрения. Еще с того времени, как они работали в штабе, он так и не удумевал, почему все таким верят, за что таких уважают, почему таких ценят больше меня. それはどんな捜査ですか。話してくれりゃ協力もしますよ。だから君もわからない人だな。秘匿捜査だから君ごとき田舎署の刑事には話せんのだ。なるほど、全部話せないなら一部でもいい。あんたはその仕事に何を背負うんですか。背負う？何を言ってるんだ。私はね、背負ってますよ。私の後ろには村の住民の命運2000人分があります。あんたを通せば2000人、いや、その親戚やご家族も含めれば
Зачем это вслух говорить вообще, блин? Анта, вакатте масу ё не? Нан но ханаши ка, саппори да. Хара о ватте яру. Анта но кайнуши ва осорошии кото о такуранде иру. Анта ва соко маде созоу га цуйча инай дару га. Нан зен нин моно хито га фукоу ни нару осорошии инбоу о такуранде иру га. そいつがくじかれる里際だってんで、多分就寝中だったあんたを叩き起こして、すぐに調べろと命じたんだ。いくらの小遣いで頼まれてるかは知らんが、それがあんたの刑事魂より重いってんなら。Выше замолчал, но остальное недосмысленно договорил взглядом. 何を言っているのかさっぱりわからないですよ。とにかくそこを通してください。Нервозность все-таки подтверждала не сказанное лучше всяких слов. Его в самом деле подкупили некие темные личности. Хоть он, должно быть, так не считает. По его мнению, люди, с которыми он в свое время согласился, как ему кажется, на взаимовыгодный обмен сведениями, всего лишь попросили проверить тело Фурда Рики за некоторую награду. Разумеется, засекреченное расследование чушь собачья, но когда один из лучших полицейских префектурного штаба ссылается на секретное расследование, все почтительно кланяются, падают ниц. И все же, почему лишь этот толстяк отказывается ему кланяться? Ой, блин. Чедушно. Близко. Когда он так и попытался пройти мимо, мясистая рука Уэйши схватила его за плечо. Он попробовал вырваться, но крепкие пальцы держали условно тиски. Видимо, истинный дух детектива создает барьер. Когда трек громковат. Глубоко. Не отпуская плеча, Уэйши мощно толкнул руку от себя, и Отака отлетел прочь, перекрутившись по полу добрых 2 метра. Приказал Отака своим подручным, и те растерянно хлопали глазами. Мужик перед ними тоже полицейский, и их старшему у него явно не лады. Не похоже, что им стоит вмешиваться. Кроме того, чутье говорило им кое-что. Мужику, загораживающему проход, они не ровня. Как ни наускивай, им с ним не тягаться. Фига кабан. Полицейские бывшие в зале подбежали к ним на лицах неудовольствия. Полицейские поглядели на Уэйши, потом на Отаку, потом снова на Уэйши. Они догадывались тут что-то не то, но не зная деталей, не понимали, кого останавливать. В полицейском участке Киномии к первому относились с большим уважением. Не было никого, кто бы не уважал Уэйши. Раз уж он говорит, что другого требует сам не знает чего, значит, со злостью, глядящей на него с пола, человек не прав. Думаю, же Уэйши по годам рассудителен. Раз он позволяет себе такое перед посетителями, значит, дело не шуточное. Видя, с каким недоверием на него все смотрят, Отака от унижения захотел провалиться на месте. Он стал, скрывая унижение злости, но все же не теряя показного самообладания. Наруходо. Аната но ейбун ва вакаримашта. Аташи мо кодомо но цкай де коко ни ките иру ваке жанай. Ии конжо десу. Муне о кашимасу ё. Какатте кой, аонисай га! Найс, блин, драка. Блин, первый бой реально. Кисо! Умай ну кейджи дамаши ва сонна мунка! Оре ва хинамизо 2000 нин о сеотеру!
諸葛艦内2000人の命を預かってる。ならば2000人を押し退ける気迫で来んか。Да, это было еще более жутко. Будто Самуис боролся с ребенком. Сколько было, так он и налетал на Ойши, каждый раз его тело взмывало воздух легко, как перышко. Ойши же стоял крепко, словно врос в пол, всем своим видом показывая, что и правда настроен биться за 2000 жизней. После третьего падения до незваного гостя наконец дошло. Его распалили, а он и клюнул. Приглаживая прическу, Отака успокоил дыхание. Понятно. ならばお教えしましょう。私が担当している事件は、あなたもご存知の S 号絡みです。その経由で、とある方面から真偽を確かめてほしいと依頼されたのです。回りくどい言い方じゃわかりませんな。もうちょいわかるようにお願いします。何しろ、疑われているのは、雛見沢地区では信仰上のマスコットともいえる少女の死なのです。それが事実かどうか。Реально уже сказал правду. Дакара, демо де сэцумэ шита дэшо? Гэнзай чоуса чю. Мада-мада о жикан га какаримасу. Я, иитаку накаттан дэсу га не. Коно ирай ва, моу каксу но ямэмашо. Аната но дай но нигате но Сонозаки гиин кара дэсу. Bullshit. はあ、あの紋付き袴の怖い人ね。確かに苦手ですね。あの人に凄まれたら、私も道理を引っ込めて無理を通すしかありません。そうでしょう、そうでしょう。その園崎議員から大至急本当にフルで理科の死体なのかどうか確かめてほしいと依頼されたのです。住民の依頼ですからね。住民のための警察です。引き受けるのは当然ですよ。何しろ、フルデリカは、雛見沢ではただの少女じゃない。特別な意味を持つ少女。その少女の死体が出た。なんて話が、未確認情報でも流れれば、それを確かめたいと思うのは至極当然です。そうでしょう。あんた、そういうのは一般の方の耳に入らないところで言った方がいいですよ。ここ、ロビーですから。Даже Отака сообразил, что сглупил. Из-за спины его доносился людской шепот, а потом одна женщина из посетителя окликнула Отаку. Фурдено Рика-чама га накнатта тэ ноа, хонто нано ка? Гуаншин, Отак-сан. Мада соуто киматта ваке дева аримасен. Соре о какунин суру тамени, кенкей кара санжоу шимашта. Соу десу. Мада соуто киматта ваке дева аримасен. 現在それを確認中なのでお待ちをと申し上げているだけなのです。その確認に立ち会わせろと言っているのです。いいんですか。私は園崎議員の依頼でここに来ているんです。その私にここまでの邪魔をしてくれたというなら、それは全て議員に話します。困ったことになるのは大石さん、あなたの方なんですからね。Позвони ему Санозаки Гини и спросим его. Депутат Санозаки тут хорошо знали за свирепую внешность. Посетители, достаточно разбиравшиеся в местных делах, продолжали шептаться. Отака довольно усмехнулся, понял, что его угроза пожаловаться депутату у Киномии гораздо действеннее, чем казалось. О, как вовремя, тут даже звонить не пришлось. Саборо-сан, соннакото танондано кай? そこの県警さんや、それ、園崎議員さんが本当に頼んだんですかいの。そうです。私が議員から直接依頼されたんです。チェル、どうです大石さん、さすがに降参では。На спиной зашептались еще живее. Да здесь имя депутата многое значит. В Киноми его имя даже шпану разгоняет. Хи-хи-хи.
8番の窓口でご相談。резко музыка сменялась. Ха? 私がいつ反則切符など。Очень внезапно заговорил не в попад. Его взгляд сместился на что-то у меня за спиной. Что за... С кем он болтать время нашел? За спиной стояли старик в старомодной одежде и женщина в кимоно. Когда наши глаза повстречались, она лукаво улыбнулась. Наверное, ей понравился. На, умайса. Хонтони сонодаки гиин ни чоксетс ирай саретан да не? Хишо тока, сою но жа наку. そうですとも。こう見えても、園崎議員とは懇意な関係でしてね。ブローマン。直接お電話をいただくこともあるのです。Тут старик, слушавшись с изумленным выражением лица, попросил. お前誰じゃい? Ху? Ху? あ? 名乗るほどではありません。県警本部に勤める一警官にすぎませんよ。あまりにもできすぎたシチュエーションです。Окей, это не подстроено, реально случайность. Хотя, может быть, Мион послал, зная, что какое дело будет. ХЗ. Нанда, やっぱりこれは笑ってもいいところなのかい?それは私も気づかなかったわ。Еще только не понимал, что здесь такого смешного. Ну что, Андеска, сегодня вы с нами вместе приехали. Я, сорега, не. Лейно кипу, но да, кидо са. А, было, да. Говорила. Соно дегучи ни широбай га маттеру, те но ва. Чой то ярикучи га китанай нжанай кай, те иттара са. Саброу сан га, соре ва коуги шита хоу га и, те итте.こうしてついてきてくれたわけなんだよ。ああ、行動の樹木は市役所の管轄ですからね。よくそういうのうちに来るんですが、なんともしがたいんですよね。それを知りながら出口で待ち伏せとるっちゅうがけしからんと思うてな。こうして抗議に来たんじゃ。わかりました。そいつは市役所と交通課に私の方から行ってきますんで、今日は一つ穏便に済ませちゃもらえませんかね。あんたがそう言うなら顔を立てようじゃないか。今日は引き上げるとしよう。Узнавшись, эти двое пришли кое-что, так надменно произнес поправляя галстук. 違反切符はちゃんと支払うんですよ。規則です。カチンと来るお人だね。カチンと来るお人でしょ?お茶目な一面もたまーにあるんですがね。私は今、そこの大石刑事と重要な話をしている最中なんです。さあ、お二人とも用が済んだらお帰りを。そして、良い一日を、奥さん。ウズイ、ティポロブノーセン。ああ、良い一日をね。県警の旦那も。Жмяк. Развернувшись к выходу, они стиснули Отаку за плечи. Женщина за правой, старик за левой. 県警の旦那。私は生まれてこの方。嫌いなものが二つある。何かわかるかい?は?は?一つは椎茸。Это грибы. 生まれた時からこいつだけは苦手でね。食うのもダメだし、出汁を取ったのもダメさ。もう一つは嘘。食わされるのもダメだし、出汁に使われるのも気に入らない。ここまで苔にされちゃ引けないね。獅子骨の鬼姫、園崎茜。売られた喧嘩は値引かないのだけが自慢さ。その崎家のあんたが言うな。あと、鬼姫って部分を一市民に置き換えれば完璧です。は?え?Что полицейские, что подручные атаки, что прочный народ могли только хлопать глазами, небес не соображая? ああ、ご説明します。こちらは園崎茜さん。獅子骨師婦人研究会の副会長さんです。こちらは園崎三郎さん。
県剣道連盟の名誉理事さんです。ああ、それより前に肩書きがありますね。獅子骨肉選出の県議、園崎先生です。いやー、неловко вышло, да. 県警剣道部師範代の大高君に稽古をつけるために本日はお越しくださったんですよね。なっ、朝から本当に申し訳ございません。さあさあ、先生方を道場にお通ししてください。銀ちゃん、ディフプタート、なんじゃい、お前さんとは恋の仲じゃな。今日はとことん付き合ってもらうぞ。Повезло, конечно. Опять же, если, конечно, меня он не послал специально, тоже возможно. Цепко сжимая его плечи, старик и женщина посмеиваясь с недобрым огнем в глазах. Невольно заразившись их весельем, Отака и сам нервно захихикал. Что за слоё? Да уж, перешли хоть мы и финальную стадию, но... Бои будут длиться, видимо, очень небыстро. Я честно думал, что Ирия лучше просто залечь на дно. У тех же Санозаки. Он еще и лично тут? Капец, чел без страха и упрека.様子を見に行ったんです。ですから、リカさんの死体が見つかるなんて。ありえるわけがないじゃないですか。そうですわよ。ありえるわけがないんですわ。でもそれを確認しないと信じてしまって、その誤解する人もいますので。誰が何の誤解をするんですか? Стоп, ты же и так знаешь про этот, как его, план, на крайний случай, что, типа, проблема, что сейчас происходит. Соно, фуру де Рика га синда надо то мура не ширетара, тайхен на саваги ни наримасу ши. Впервые я видел, чтобы такая настолько отчаянно неумело врала. Не нужно ждать результатов расследования Тамитаки Сана, и так все ясно. Такана-сан хочет исполнения руководства на случай ЧП. Предпосылка к тому исчезла, и она в смятении. Стоило кому-то сочувственно поговорить с ней, проявив понимание никем не понятого исследования, она увидела в нем опору. Эта самая опора, подобная соломинке, плавающей в океанских волнах, вот-вот исчезнет, и она испуганно мечется. Жалок ее вид больше некуда. Если бы можно было помочь, я бы охотно помог ей не утонуть. Но моя рука не дотянется. До тех пор, пока она не протянет свою... Не дотянется, пока она не признает, что тонет и нуждается в помощи. Пока она не заметит. Можно тянуть руку сколько угодно. Не возьмет. Впрочем, я тут же оборвал свои дурацкие мысли. Дома Рика-чан или нет? Если она не остановится в размышлениях, то в конце концов заподозрит меня, говорящего, что я там бывал. Вот-вот. Да, давно, блин. А значит, мое положение резко станет очень рискованным. Боец Ямайну, стоящий с трубкой около уха с понурым видом, положил ее. Санса, денва не демасен. Фузай но йоу десу. Каншихан ва нанто иттеру но? Ие, канши тайсэй ни хайтта 17 ничи икоу. Гайсу но кейсеки ва наку, денва но иппон мо аримасен. Не, Ирие шочо. Туюкото ва... まだ中にリカちゃんたちはいるということですわよね? ええ、そういうことだと思いますな。 どうでしょう? もうだいぶ治りかけて元気になってますからね。 うまく抜け出して遊びに行ってるのかもしれません。 ほら、今日は綿流しのお祭りじゃありませんか。 リカさんの家の近くには確か模擬店部会の水場が設けられていたはずです。
人の出入りも多いですから、監視の方が見逃してしまった可能性も。どうなの？そんなことはありえるの？入江所長が出られた後には必ずシールしています。まさか窓から出たのでもない限りありえないでしょう。山犬はあくまでも R は家を出ていないと、そういうのよね？そうです、間違いありません。 R は R 宅内です。そして17日以降一度たりとも外出していません。絶対に在宅しています。それを確認したのが入江所長だけで、山犬の誰一人確認していないのにそうだと言える？Уф. Боец поглядел на Эрия, как будто надеясь на его помощь. С трудом сглотнув, тот кивнул. Нара, доште? Окиномиясё де Ар но штай га детекитари суру но? Дескара, соре ва гохоу но каносэй мо. Соно го но чохоу де ва имото фумэй штай но кенши ва мада оватте оразу, фуру де рика де ар тоиу но ва нанимо ка но оксоку ни сугинай каносэй га такай то. Мо соно ханаши ва кики акита ва. その解情報が流れて東京にまで伝わってからもう何時間が経過してると思ってる？このままでは東京に。Вспомнил, что рядом Ирия, так она прервалась, но тот и сам догадывался, что-то хотел сказать. 東京の野村様よりお電話です。Опять? だからしばらく待てと言ってるのに。Так она бывшая примером уравновешенности скребла голову, позабыв о приличиях. Нервозность била через край, выступая наружу. Должно быть, привыкла себя царапать. Когда она скрестила руки на груди, там, где прошлись ногти, нашлись красные царапины, говорящие о силе переживаний. Такано-сан, вы оисогаши йоу десу не. Ватаси га демашоу. Номура-сан десу ка? Хажимете о денва итадаку ката десу не. Ие, Санса атэ десу ноде. Боец в замешательстве поглядел на Такана. Ирие шочо, има чотто татэконде оримасу но. Тайхэн мошиваке гозаимасен кедо. Шочоушитсу ни омодори итадайте мо ии десу кашира? Да, конечно. Соу десу ка. Соу десу не. Ирие кикан но унэй ва аната ни макасете имасу. Ватаси га кучи о дасу кото дева аримасен не. Даре ка, шочоушитсу маде окури шите. Хаяку! Она, по сути, говорила ему немедленно убираться. Ирия, не переча, вышел из караульного помещения. Мощи-мощи, Такано десу. А теперь я могу сваливать. Оматасеште мошиваке гозаимасен ва. Нандомо оденва сите мошиваке гозаимасен. Икага десу ка? Окиномиясё но джохоу ницуите ва какунин... Мошиваке гозаимасен. Има исогу йоу ни сижи о штейру токоро десу. Суде ни найбу кёрёку ин у Окиномиясё ни мукавасемашта ноде. Это не сваляется. Соно ленку о мацу даке нано. Он не доберётся. Соу десу ка? ではもうじきですね。では何時頃までにこちらにご連絡をいただけますか？もちろん分かり次第すぐにご連絡申し上げます。ただそれがいつになるかはお約束が難しいのですが、大至急、ええ、急がせておりますので、ええ、以上、смешного。先生、飛行機に乗ったことは終わりですか？した？え？何した？もちろんですわ。飛行機が離陸するために加速するとき、この時に大きな出力を得るため、エンジントラブルを。Не для всех самолетов есть этого вертикального подъема. Для авианосцев и не только. Краски, скорее даже для авианосцев краски обычные могут, а вот на поменьше кораблях. Правда, в их 83-м году вроде еще таких не было. Не уверен. Может, были, не помню. Наверное, были уже, да. 83-й это довольно поздно. Тогда уже активно 4-е поколение было. の旅客機ならうち一つのエンジンが壊れていても飛行は可能ですから。でいなめんしぽいで。それはもちろんこの度の作戦も同じです。エンジンは一つではありませんから
十分な速度が出ていれば離陸に踏み切るでしょう。後のことはどうとでもなります。ですがこの度の作戦という飛行機はまだ十分な速度どころかこれから離陸しようという段階です。お分かりですね。Первое действие операции конец начинается с убийства инспектора Томитаки. Он до сих пор не убит, о чем речь. Если вы сели на самолёте, а двигатель перебил, то что вы сделаете? Вы спуститесь? Спустите, да? То же самое. Двигатель перебил, и двигатель перебил, и двигатель перебил, и двигатель перебил, и двигатель. Если бы дороги назад не было, не было бы и смысла хмуриться на небольшие оплошности. Однако сейчас-то еще можно пойти на попятные, и вот потому их страшно волнует любой недочет. Забавно роль раскидала. Лирик на микоми на ускнару хикоки кара оритай то ирас клиенту тачи. Сонна карера о кенменни надамете иру токоро дес. Но мне нужна инфа. Коре ижо, житай но кайзен га окуреру то, коно хикоу план житай га накатта кото ни наримасу. Такано сан са, соре ва цумари, аната но софу но ронбун га, ёмай гото но дабун зокубун де атта то, лакуин ё осареру кото дес ё. Ниоткуда. Такано Хифуми и Такано Мио. Нананокасира? Фигна, её гнобят. Окаси, окаси. Окаси. Так она заскрежетала зубами, сжала пальцы так сильно, что чуть-чуть не раздавила трубку в руке. То... Натте шимаймасу. Да-да-да, нет, ты просто сказала, что реально думаешь. Оакари деску? Коре ва... あなたとあなたの尊敬してやまないおじいちゃんの名誉を守るためでもあるんですよ。ええ、お気遣いをありがとうございますわ。安心してください。私はあなたの唯一の味方です。いいぜ。あなたにとって一番幸せに報われる結末になるよう最後までお手伝いします。ですので、どうか私の顔も立てて沖の宮署の動向を確かめてください。私も努力してますけど、機嫌を損ねるクライアントの皆さんのお相手は楽ではないもので。ご迷惑をおかけしますわ。もうしばらくだけご猶予を。ええ、はい、失礼いたします。Увидевши, что на той стороне положили трубку, так она бешено грохнула свой телефон. Оконоги から連絡はまだないの？電話して！サンサ！つい10分前に電話したばかりです。情報が入ればすぐに連絡してくることになっています。少しお休みになられては。先ほどのコーヒーも。Так он, не глядя, отмахнулся от заботливо протянутого стаканчика с кофе, выбив его из рук бойца. Стакан упал, содержимое черной лужи разлилось по плиткам пола. Ну блин, теперь еще и убирать. В комнате повисла мертвая тишина. Нани йо? ボケっとしている暇があったら誰かモップでも持ってきなさい。10分前に電話してても構わない。もう一度かけて催促して。沖の宮署の死体がフルで理科ではないという裏付けと行方不明の富武の確保よ。Да, так он тоже начал доходить. Доходить, что неспроста Томитаки пропал. Только бы захватить его. Томитаки наверняка знает, что творится в участке. Несмотря на свою внешность простофиля, он как-то узнал наш план и подстроил все, чтобы нас подтрясти. Точно, все из-за Томитаки. А ведь я собиралась дать ему перед самой смертью насладиться праздником, если бы вел себя как послушный мальчик. Ну спасибо, какая добрая. Быстрее всего лично пойти к Фурадорике домой и поглядеть на нее. Однако уходить отсюда нельзя, Ире нельзя довериться. А из-за праздничных толп Ямайну могут разве что наблюдать издали. Хватило бы, если бы она взяла трубку, но ведь не берет почему-то. Получается, дом пустой, и Фурадорика по правде мертва. Что тут? Тут не так. Кто наврал? Кто же еще-то? Самое подозрительное здесь
Ирия, единственный человек, заходивший к ней домой. Поэтому Ирия, нужно бежать! Не герам даю. Точно так же, как Томитаки покинул гостиницу, прячется где-то. Рика могла заранее покинуть свой дом и спрятаться в другом месте. Тогда Ирия предатель, тайно связанный с Томитаки. Ирия, шочоу ни канши о цуке насай! Масака, шочоу но зайтак какунин га... Доусте шочоу га... Томитаки ва... Ицу но данкай де ка вакаранай кередо, ватаси тачи но кейкаку ни кизуита но ё. Соште яду о дашитсу ши... R も秘密裏に安全なところへ避難させた。私たちはまんまと騙されて空き家を見張り続けてたのよ。あ、空き家ということはありえません。人影が確かに。それが R だという保証はあるの？ R じゃない。監視する山犬を騙すために誰かがあそこに身代わりとして留守をしている。そうよ、そうに違いないわ。Не ошибается。おころぎに R 宅への強行突入を命じなさい。誰がいるんだか知らないけど、そいつは富武や理科に通じている。そいつを締め上げるのよ。しかし、アール宅への突入は本日は不可能です。アール宅前は水場になっており、祭りの関係者が常にごった返しています。今日の祭りが終わる深夜までは不可能です。それを何とかするのが山犬でしょうが、何とかしなさい。何とか、なんで、なんで私が言うことじゃ聞いてくれないの？私の言うことは聞けないっていうの？私の上の保護者の言うことじゃなきゃ聞けないっていうの？Бойцам оставалось только молчать. Они понимали, что сейчас никакие слова её не утешат. И тут загласил телефон, так она вздрогнула. Санса, 朗報です。カラスが東京調査部の定期連絡先の電話番号特定に成功したとのことです。電話番号は獅子骨市内。山犬が住所の特定作業に入りました。富岳だ、間違いない。Ладно, видимо, следующий кусок будет. Ну, как говорится, поехала финальная часть, но да, кусков у неё будет, наверное, немало. Так что, сынок, не быстро к концу мы дойдем, учитывая, как сценки могут быть длинными, например, как Сойши, да, там почти 40 минут по итогу заняло. То есть в аниме это, наверное, там, ну, серия последняя, скорее всего, весь этот контент, то есть 20 минут, ну, может быть, полторы. Хотя, блин, а я не помню, что было, кстати, в аниме, если честно. Сколько там серий на эту арку потратили. По-моему, кстати, второй сезон подробнее показывал. Там же... Они же запихали 6 арок в первый сезон. Так что, по сути, на второй сезон у них осталось всего 2. Они хоть и большие, но... Да, так что, скорее всего... Темп был чуть помедленнее, чем у первого сезона. Где там за 4 серии, например, первую арку закрыли, я помню. И, по-моему, за 5 вторую. Так, сканируем записи.